인사드리는 거 아니에요? 아, почему вы именно вот этого поступили? 일단 물어볼 거예요, 그럼 인터뷰. Вы Хидин работал со сборной России. Главные успехи сборной России связаны тоже с ним. 자. 이제부터 인터뷰를 할게요. 이게 어떤 기사인지부터 물어볼게요. 옵신 게로이. 야, 손흥민, right? 아, 손흥민. Мы считаем, что он лидер сегодняшней. 무슨 기사입니까, 이게? 어떤 내용이에요? Это о чём статья? Это о сегодняшней сборной Кореи. Здесь история, вся статистика всех чемпионатов. А это сегодняшняя, какая тактика, кто лидеры, как они будут играть. То есть полный разбор команды. Вы 소개를 부탁드릴게요. 정확하게 어떤 일을 하고 계신 분이세요? Представляете вот себе. Меня зовут Максим Максимов. Я руковожу отделом футбола газеты Sport Express. Как вы считаете вот наш матч вот первый между Кореей и вот Россией? Ну, в России очень уважают сборную Кореи и понимают, что это будет очень непростой матч для нашей команды. Мы думаем все-таки, что несмотря на то, что сборная Кореи, безусловно, крепкий орешек, фаворитом в России считают нашу команду. Дело в том, что сборная Кореи мало что представляют. Безусловно, есть лидеры, о которых говорят, но в первую очередь Корея ассоциируется в России с Хидингом, с Гусом Хидингом. А нынешняя сборная Кореи, в которой нет Гуса Хидинга, мало известна, и мы считаемся фаворитом сборной России. One more. One, two, three. Вперед, Россия! Какие ожидания в Корее от чемпионата мира? Большой ажиотаж там сейчас. 16, 뭐 얼마나 나갈 거냐고. 그러니까 우리 공식 슬로건은 뭐 8강까지를 예상하고 있는데 현실적인 목표는 16강을 목표라고 있다고. Ну пока вот выжимутся из группы, пока мы планируем. Кто главный соперник России, получается? Да. После, да? Или с Бельгией тоже можно бороться на равных? Это Кан-тимын одирау сенгакасео? Хангуге, Хангуге. О, тангани Бельгия라고 생각을 하고. Бельгия. Бельгия. Ну, то есть у Кореи шансы на второе место, да? На первое? Мёди, второе место, да. Второе. Я так думаю. То тогда получается с Россией главный матч? Да, конечно, очень главный матч. Вот это бузунбунен хэя дэндау. Ну, это ничья, должна быть на матче. Да? Да. А Россия вообще, о нашей сборной, что говорят, как оценивают? Какие у нее считаются сильные? А, пёнка оттэ дэняго? Россия субига хангаго. Хороший защищает? Да, субига хангандэ. Широкопфуга джом пазогазуго. Ну, широкоп болеет. Кэзэ чунгонэсоэ кэ пагэрэгэ джом якэзотта. Поэтому вот в центре вот чуть-чуть вот слабился. Самое слабое место. Да. А самое так не слабое. Не просто вот посередине. А. И чем больше, чем. Ну не чем раньше. Да. Сейчас сборная та, которая была в 2002 году, тогда намного сильнее. Или просто так помогло то, что играли дома. Вранье.
아 2002년 경기 때 홈팀이 홈경기였잖아요. 그래서 그때가 잘했던 건가요? 아니면 홈팀이라서 홈 어드밴티지가 있었던 건가요? 그날 이렇게 홈으로 오게요. 얼마 전에 그 브라질이랑 크로아티아 경기하는 거 봤냐고. Мы видели вот матч между Бразилией и Хорватией. Матч. Бразилия Хорватия. Да, Хорватия. Да. 브라질이 잘해서 이긴 거 같냐 아니면 브라질이 홈 어드밴티지 이어서 받아서 이긴 거 같냐 그런 물어보고 싶어요. Как вы считаете, Бразилия вот почему, потому что они вот в Бразилии играют, или как? Так-так-так-так-так. Судья им может помочь поэтому. 심판 때문에. 아, 심판 때문에? Про Корею тоже говорят, что тогда... Это так, крон самая разъяхать. Очень похоже. 2018 러시아일 때는 2점 볼 수도 있겠지 않냐? 너 может быть 2018 году может быть 러시아 будут помогать. 네, 네, 네.